По сведениям гидрометцентра СССР, завтра днем в Мурманской области ожидается 9-14 градусов тепла. В Архангельской области 11-16. В Карелии 12-17 градусов дожди. В центральном районе России 17-22 градуса. В Эстонии 16-21 дождь. В Латвии 19-24 грозовые дожди. В Литве 21-26 дождь, гроза. В Беларуси 22-27. На Украине 20-25. Какая же температура воздуха в Молдавии? На Северном Кавказе 21-26. В Поволжье 20-25 градусов. В Грузии 20-25. Грозовые дожди ожидаются в Армении. Температура 18-23 градуса. В Азербайджане 23-26 градусов. В Приморском крае 20-25. В Ленинграде 17-19 градусов дождь. В Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло. Температура ночью 11-13, днем около 25 градусов. Thank you.
17 по 22 апреля в Харькове состоится коммерческая ярмарка по продаже программных средств и средств вычислительной техники. Свою продукцию представляют Международное объединение СИБИС, учредителем которого является Новосибирская НПО-система, и Болгарский институт программной продукты и системы, Научно-производственный центр экономических исследований Академии творчества СССР «Москва», Центр научно-технического управления «Информатика» «Ленинград» и Харьковский СПКДИ автоматизированных систем. Приглашаем полномочных представителей предприятий и организаций для заключения договоров по поставке программных средств и электронного оборудования за советские и переводные рубли в валюте. Заявки на гостиницу принимаются по телефону 21-61-84, 20-13-35, 20-13-61 или по адресу 310-001 Харьков, проспект Гагарина, 4, Харьковский центр научно-технической информации. Овощей и фруктов, товаров народного потребления, любых товаров по заказам советских организаций. Предлагаются бартерные сделки, комплектные поставки при создании совместных предприятий на территории Малайзии и Советского Союза с участием советских организаций в качестве равноправных партнеров с малазийскими фирмами и фирмами других стран. Телефоны 220-14-36, 231-80-14, Телекс международный, 411-397-1, внутрисоюзный, 207-846, и телефакс 230-21-81. С 6 апреля по 10 мая в Алма-Ате состоится семинар «Интеграл-90». Руководители госпредприятий и кооперативов
смогут получить новейшие сведения по экономическим, юридическим, социальным вопросам у ведущих специалистов Минфина, Госбанка, Институтов государства и права, межэкономических связей. В программу семинара входят курсы скорочтения, использование тестов при подборе кадров. Генеральный организатор семинара – Бюро международного молодежного туризма «Спутник Подмосковье». В культурной программе посещение оздоровительного комплекса «Арасан», высокогорного катка «Медео» и горно-лыжного комплекса «Чембулак», катание на лошадях и верблюдах, поход в предгорье Заирийского Алатау. Заявки направлять по адресу 121-019 Москва, улица Фрунзе, 13, ПММТ «Спутник», Подмосковье. Телекс 417-122 РИСК. Телефоны 291-50-19, 291-45-82 и 203-34-50.
Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Совет министров СССР принял постановление о мерах по устранению недостатков в сложившейся практике ценообразования. В нем, в частности, отмечается, что многие предприятия, пользуясь значительным превышением спроса на товары над их предложением и монопольной ролью на рынке, пытаются улучшить свое финансовое положение не за счет увеличения производства и снижения себестоимости продукции и услуг, а путем завышения цен. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.
Thank you.